Воспитанники студии спортивного танца «Диана» стараются поддерживать наших защитников, участников специальной военной операции. Акробаты собрали гуманитарную помощь для ребят на передовой. На каждой коробке напечатали ободряющие лозунги для бойцов, которых ждет назад с победой вся страна. Солдаты должны чувствовать, что они не одни, что их здесь поддерживают, что за ними есть надежный тыл. Вместе мы сила, победа будет за нами. Ценный груз передали в администрацию района. Оттуда он уедет прямо по назначению. Это уже не первая акция помощи от юных спортсменов. В прошлом году студия выступила организатором благотворительного концерта в поддержку военнослужащих.